25 претенденток. Никогда в своей жизни не думал, что вот такое возможно. И лишь один холостяк. Он красавчик. Он мне кажется таким ласковым. Он очень обходительный, внимательный, очень привлекательный мужчина. Это было 200-процентное попадание в сказку. 17 березня. Ревнощі. Ноль на проєкті ти. Скандали. Чотири лживих суки. Я така, яка і є. Щочетверга. Їх залишатиметься. Ні, ми не витримуємо. Все менше. Всі знаходяться в ситуації стресової. І лише одна стане його обраницею. Я уверена, он выберет меня. Победительницей вижу себя. Я очень-очень растерян. Что будет дальше, это, конечно... 17 березня. Холостяк. Шоу, яке закохує.